была уже очень близко от Одессы. И наши ополченцы уезжали на передовую просто на трамвае. До конечной. Ну и я сына на трамвай провожать пошла. Он когда маленький был, я его с этой же остановки в школу провожала. Я всегда ему с собой заворачивала 3 бутерброда. Его любимые. А он всегда один назад привозил. Маме. В этот раз я ему тоже 3 с собой завернула. Только назад он мне ничего не привез. Да и сам не вернулся. А я долго еще на ту остановку ходила.